Ребяточки, всем привет! 20 число. Сегодня мы находимся в Кандалакше. Сегодня пройдет Аврора Трейл. Бежим 42 километра. Кто-то бежит 30 километров. Какая там дистанция у нас в Чистине? 10, 30. Сейчас регистрируемся. Вот 12. Здравствуйте. Сколько бежим? 42. Ага, спасибо. Вау! Номера получены. Ура! Ура, что-то не весело. Ура, да. Так у меня ляжки уже замерзли, надо старые штаны натягивать. Вот дело. В общем, буквально через часик уже старт на 42 километра. Да, и направление меняется. Вам нужно в эту сторону. Но для тех, кто бежит 10 километров, мы понимаем, что для многих это все первый раз. У нас стоят волонтеры на таких ключевых позициях. Поэтому я не думаю, что вы свернете куда-то не туда. Я думаю, что все спокойно добегут. Второй момент, самый главный. 10-километровый трек представляет из себя петлю. Что, готов? И на концах этой петли находятся волонтеры. Наверное, да. 42. 42. Горы. Пойдем к нам. 17 подъемов. Ёлки-палки. Какой по это набор высоты? В районе 1500, может, больше. Сина, такого мы еще не бегали, да? Не рада. Так высоко не поднимались. И уже вернуться точно так же. Вячеслав, где твоя улыбка? О, что? Улыбка какая-то такая странная. Вон наш. Для тех, кто бежит 30 километров. Есть такие? Все уже готовы. Брифинг идет. Есть. Что-то их немного. Придется немножко потерпеть, пострадать, но в совокупности вы получите равноценную замену того, что вы увидите. 30 секунд. Двадцать. Да. Погнали, ребята. Ну что, считаем? Готовы? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт! А, ты уже там, давай. В смысле? А где манежная дорожка? Где тропинки? Ох, нифига себе. Тут камни, наверное, да? Осторожно. Ух, под ногами камни. Ух ты. Смотри, осторожно здесь. Камни. В горах сегодня снег. Какие-то дома живые. 5 километров пройдено. Пока все идет путем. Еще бежим где-то около подножья горы. Так что скоро начнется самый трэш. Углава орел.
высокого снега. Ноги уже слегка мокрые, а также и сами мы уже мокрые, вспотели, оделись как только можно поплотнее, потому что было как-то холодновато, сейчас стало жарко, там на пике горы будет дуть пронизывающий сильный ветер, там мы уже будем мокрые, это будет ужасно. Кстати, друзья, в Кандалакшу мы прибыли частью бегового клуба Сестрорецкран. Нас прибыло в районе 8 человек. С Иваном, вон он впереди. Я прибыл в Кандалакшу. Ага. Мы бежим с ним 42 километра. Александр, Александра, Слава, Андрюха. Не, Андрюха десятку. Ольга, Аня бегут 30 километров. В общем, все отдыхают, спешить никуда не будем. Бежим не на призы. Бежим ради удовольствия, ради экскурсии. Так как мы первый раз в таких красивых местах. И надо насладиться всем изяществом этого красивого пейзажа. Потому что вряд ли мы скоро увидим такую же красоту. Хорошо с палочками, да? В общем, первый подъем такой на 700 метров убил нас уже конкретно. 8 часов лимит на 42 километра. Надеюсь, мы в него уложимся. Ну, уложиться мы в него точно уложимся. Но смотри, за какое время. 5 часов точно будет, 6 даже. Так что много будем идти пешочком. Красота. Просто необычайно. Вон ребята на горе на самой идут уже. Там облака, которые скрывают эти горы. Их, в общем, не видно целиком. Там вот Кандалакша, городок. Там вот заливчик Белого моря. Ну, и с другой стороны, конечно, этой горы Белое море. Ну чё, как она? Классно. Ноги еще идут? Ну, я не знаю, я не контролирую. Еще роют? Они просто идут. В общем, кругом белым-бело. В бане уже замерзли ноги. А сами реально мокрые, еще дует. Ветер сильный. 5 километров идем уже 1,5 часа. Реально сил нету. Великий пост дает о себе знать. Ну что, не знаю. Пройдено всего 15 километров. А уже можно задуматься о том, чтобы позвонить организаторам, чтобы они нас забрали на снегоходе. Уже спить охота.
Вернул где-то. В общем, короче, Ваня сходит с дистанции на 15 километре. Дует ветер, холодно, ноги замерзли, у него вообще ноги окоченели. В общем, носки он надел, не помогло. У меня ноги тоже уже не алло, уже даже говорить не могу нифига. Но я еще пробегусь, все, я погнал, это холодно. Ваня, давай тачка. Все, давай на финиш увидимся. Деревья в снегу, это что-то нечто. Смотрите, красота какая. Ёбал снега, просто по пояс. А не по колено. Опаньки, водичка. Кто-то промок. Семнадцатый километр на часах. Фу, но я скажу, что 17 километров убийственных. Но радует то, что остается совсем чуть-чуть. Радует то, что сегодня мы пойдем обязательно в баню отогреваться. Потому что с носа у меня льется просто вода. Потому что здесь, видимо, очень влажно. Мои ноги замерзли, сухожилия ахилловы тоже в щи. Вижу, где-то там впереди еще одна гора. Это будет ужасно, ужасно. Мы в эту гору забирались, ничего не видно, все белое, облака, либо я не знаю, что это все, просто... И все белое. Надеюсь, сейчас полегче будет забираться в гору. Надеюсь, что будет чуть-чуть посветлее, чтобы было видно всю красоту. А то мы забрались наверх, а ничего не видно вот из-за этого, из-за этой туманности. Продолжаем бежать. Ой, шаг не поймать. Колбасит то туда, то сюда. Ноги проваливаются. Здорово. Смотрите. Вон она какая огромнейшая. Там снег и не видно облака. И вот смотрите, огромнейшая тоже с облаками. И вот сейчас на одну из них мы побежим. Это конечно круто, на самом деле круто. Ваня сошел. Я уж было тоже подумал сойти, потому что ноги сильно замерзли. Я просто в шоке. На деревьях непонятно, висят какие-то, как водоросли. Может быть, во времена динозавров здесь была вода, не знаю. Но здесь очень круто и красиво. Вот смотрите, вон сколько водорослей на этих деревьях. Фу. Ох ты, горный. Провалился. Смотрите, какая чистейшая вода. Ай, блин, я провалился, ребята.
пробежали 30 километров. В общем, слава богу, был пункт питания, который немножечко подбодрил, придал сил. Поели, там яблок выпили изотоника, и вроде более-менее немножечко разбежался. А то даже пешком идти, в принципе, не мог. Была такая усталость, обезвоживание организма просто стопроцентное. Вы, наверное, знаете, почему Великий пост. Ну, а так, в принципе, остается 12 километров. Сейчас еще на одну горочку мы забегаем. И уже с горочки и финиш. Слава богу. На вторую гору, на корону. Ну и спуск уже и на финиш. Наконец-то, а то что-то убило, честно сказать, убило. Привет, я как бы яблоками не наехал. Всем привет, скажите. Привет. Ребята, помашите руками. Все, еще кто живой? Опасно много есть бананов. Ой, ладно, спасибо. Давай, я сейчас все загляну на чай. А я побежал вниз. Давай. Да, яблочки, бананчики, чаек. В общем, идем на спуск. Остается совсем чуть-чуть. Спасибо ребятам, волонтерам с Дабл Дома за отличный чай и вкусные фрукты. Немножечко подбодрили. Молодцы, у них хорошо там. Там можно надолго зависнуть. Все, двигаю в сторону финиша. Остается немножко. Честно сказать, я конкретно поплыл, потому что сел чай пить, а я все, у меня глаза закрываются. Не могу открыть. Меня как в сон убивает просто. Просто конкретно поплыл, вот и все. Ай, вон она. Кандалакша. Ага, дело еще такое. Меня ребята, мои друзья, детство, также брат, друзья Самары из Москвы попросили последние 2 километра пробежать за них, ну и, конечно же, вспомнить о них и подумать о них. Парни, ваше желание исполняю. Все, последние финишные метры. Ух, в общем, пришел в себя. Такое чувство, что и не бегал. Ну, хотя просто эмоции были такие, что, наверное, завязываюсь бегом. Но это бывает, бывает. Но это я сам себе шутки шучу. В общем, вот такая вот офигенская медаль. Честно заработанная, честно отпаханная. Просто я ее люблю, и она будет в моей коллекции самая-самая-самая. Ну что, какие эмоции? Расскажи, поделись. Наконец-то мы добежали. Самая большая радость, что наконец-то мы на финише, и вот медалька здесь висит. Да, медалька вообще заслуженная просто.